Департамент транспорта будет судиться с пассажиркой. Осторожно, пьяный кондуктор. С таким заявлением сегодня обратилась красноярка в редакцию новостей 7 канала. Все случилось около часа дня в Зеленой Роще. Виктория Третьякова, так зовут пассажирку, села в троллейбус номер 7, но не проехала даже одной остановки. По ее словам, кондуктор была в нетрезвом состоянии. Девушка рассказывает, что пожаловалась водителю. Она меня рассчитала. Мне сына старший говорит, мама, походу, говорит, она пьяная. И я тоже, я думала, мне показалось то, что запах. Я говорю, ты запах почувствовал? Он говорит, да. И она шатается. Она мне сказала, вызывайте ГАИ. Я говорю, у меня времени нету ждать, потому что у меня ребенок опаздывает в школу. Она такая говорит, ну тогда пошла вон отсюда. В департаменте транспорта подтверждают, жалоба от пассажирки действительно поступила. После чего троллейбус сразу же сняли с рейса и провели служебную проверку. Результаты алкотестера оказались отрицательными. Проверка в наркологическом диспансере также подтвердила, что кондуктор была трезвой. Кондуктором работает непосредственно с 99 года. Никаких замечаний и нарушений не было за все время работы. Ну, уважаемый человек, здесь ситуация очень неординарная, и сейчас предприятие собирает материалы, чтобы обращаться в суд. Это клевета, это, ну, как бы человеку, которого сегодня везут в КНД, да, для свидетельствования. Ну, я думаю, что это любому человеку неприятно.